Всем здорова, друзья! Ну что, сегодня будем прокачивать нашу семерку. Мы отвезем ее к Тревору, ее прокачаем в течение 2 дней. И уже завтра у нас будет новая гонка. Да, сегодня поедем покупать новое транспортное средство, а завтра у меня будет гонка на 10 тысяч долларов. Если, конечно, займу его на первое место. Там будет, кстати, гонщиков у нас около 50. Да, очень будет интересная гонка. Какая гонка, узнаете чуть позже. Чуть погодя мы поедем к Тревору покупать новое транспортное средство. Она всего лишь стоит 1000 баксов или 1500. Мы подъедем, посмотрим, какой цвет выбрать. И уже завтра у нас будет гонка. С утра пораньше. Ну, хороший дрифт получился. Так, хорошо, нужно успеть. Буквально остался 1 час. Нужно успеть уже к Тревору на прокачку. Поцарапали чуток. Какая разница, все равно ее прокачать. Нам поменяют цвет, нам поменяют диски, нам поменяют движок. Надеюсь, оборотов будет побольше и сможем реально круто дрифтить. Пока что мне движок не очень-то и нравится, но она реально очень маленькая семерка и довольно удобно вписываться в эти узкие улицы. Так, ну-ка, дрифт не успел маленько. Так, ручником. Ручник, в принципе, тоже не очень-то работает. Надеюсь, ее прокачает хорошо и она будет просто конфетка. Ну что, друзья, мы приехали к Тревору, нашу тачку подняли на лифте, а мы решили осмотреться. Реально крутой автосалон у Тревора. Ну что, поднимаемся наверх, посмотрим, как нашу тачку прокачать, насколько крутой этот автосалон. И оценим, конечно, по 10-бальной шкале. Хорошо, нашу семерку вот она подняли, и она ожидается в очереди. Вот май га, вот это автосалон, есть где развернуться. Хороший автосалон, это когда много места, и есть где развернуться. Тут у нас стоят байки, прокачиваются, диски. Ну-ка, сядем, наверное. Сядем, маленько. Погазуем. Вот это зверь. Реально, когда мне такое прикуплю и смогу участвовать в гонках на мотиках, это реально будет круто. Но такой стоит где-то 300 тысяч баксов. Хорошо, что у нас тут есть? У нас есть диски, передние бампера, очуметь, запасные двери. Тут реально можно прокачать не только какой-то российский автопром, но можно и прокачать, наверное, ламборгини или поршик. Тут есть даже балкончик, можно так выйти на балкон с утречка. А какой отсюда вид? Очуметь, вид просто потрясающий. С кофеечком выйти так и продолжить работу в автосалоне. Хорошо, мы идем дальше смотреть, потом подойдем к начальнику, скажем, пригнали тачку. Вот это мотик. Ух ты, да, трехколесный. Какие стоят колеса на нем. Обалдеть, чувак, наверное, проверяет его. Хорошо, не будем садиться в него, не будем его... У нас есть двери, рабочие места. Конечно, народу здесь не очень много, видимо, выходной, либо просто мало работы. Или ребята просто очень быстро работают. Так, вижу, здесь тачку прокачивают. Какие тут сварщики. В колготках. О-о-о. Да, прикольно, там еще чувак, видимо, движком работает. Хорошо, пойдем к начальнику, скажем, что пригнали семерку. И поедем к Тревору, который нам продаст, друзья, чуть позже его узнаете. Так, здорово, я пригнал семерку на прокачку, Тревор все в курсе. Так, ну, надеюсь, он все нас понял. Хорошо, погнали, у нас нет теперь тачки, у нас, в принципе, есть BMX, но он остался у меня дома. Мы, наверное, просто вызываем такси и отправляемся уже к Тревору. Друзья, мы оставили нашу тачку и поедем Тревору покупать новое транспортное средство. А какое, сейчас вы узнаете. Так, нам не нужна таксишка. О, такси стоит на месте. Сейчас поймаем, пока красный горит. Такси. Grand Sonora dead. Sure thing, man. Мы приехали к Тревору и давайте же посмотрим, друзья, что у нас будет сегодня. Rainy day, rainy day, something's in the way. Won't you bring me down? Bring me down somewhere I feel safe. It's getting warmer now, warmer now. What a lovely game you play. Say, won't you bring me down? Bring me down. I think we're both the same. Да, друзья, мы будем покупать скоростной велосипед. Завтра будет гонка и призовый фонд 10 тысяч долларов. Эти деньги мне нужны для прокачки семерки. Здорово, Тревор, спасибо, что снова выручил и пригнал велосипеды. Модельки ничем не отличаются, только цвет. Нужно выбрать просто там цвет и стоит 2000 долларов.
Один из них. Я думал, $1000 будет, но они реально очень крутые. Они сделаны очень качественно, из хорошего алюминия. И реально круто смотрится. Хорошо, выберем, наверное, цвет. Даже не знаю, какой симпатичный. Какой вам, друзья, напишите в комментариях. Мне кажется, зеленый. Он такой успокаивающий. Говорят даже психологи, цвет зеленый успокаивающий. И, кстати, довольно симпатично. Хорошо, сядем. Примерим сидушку. Дисковые тормоза присутствуют. Только сзади, что ли? Ну хорошо, друзья, мы уже погнали, наверное, себе домой. У нас 6 километров, как раз сделаем тест-драйв. И завтра утром у меня будет гонка. И посмотрим, смогу я победить или не смогу. Хорошо, поехали. Ну что, друзья, прокатимся, посмотрим, как тест-драйв, и кажется, за мной кто-то преследует. Так, хорошо, как у нас с тормозами? Довольно неплохо. Дисковые тормоза сзади есть, впереди нету. 2000 баксов, в принципе, неплохо. Скоростной велосипед, ну-ка, давай-ка набираем скорость. Интересно, какая у него скорость? Жалко, у нас нет спидометра, это что такое? Что за спидегонщики? Так, до дома у нас получается 5 километров, 6 километров. О, к спокойным, меня решили подрезать. Что происходит, ребята? Вы кто такие и что вам нужно? Нас пытается как-то подрезать, я даже не понимаю, что происходит, и нас пытается реально столкнуть. Какая-то мафиози, что ли? Местная мафиози. Так, может выйти на трассу. Так, можно сократить. Черт возьми. У них, походу, какой-то ламборгини, что ли. Так, я виляю, пытаюсь уйти как-то. Нужно пытаться как-то уйти. А тут бордюр. Черт возьми, он весь бордюр. Так, кончается бордюр, и сейчас реально таранят. Очуметь. Так, за мной, кажется, двое всего, трое. Трое со мной пристали. Я даже не понимаю, кто это такие и что им нужно. Можно пойти навстречку, и тогда будет им не сдобровать. Там даже едет фура. Реально снесет фура. Так, мы поехали, конечно, не там, не по отметке, но мы хотя бы ушли от них. Так, ну навстречу, конечно, нам тоже очень опасно. Наверное, перейдем быстренько. Ух, нас решили подрезать. Так, нормально перешли. Так, они за мной. Да, они потерялись уже где-то. Ну, погнали. Так, всего лишь трое пристали. Можно, по идее, вызвать копов, и пускай копы с ними разберутся. Так, мы поехали, кажется, не по той дороге. Нужно поехать по верху. Хорошо, мы сделаем тест-драйв. Посмотрим, как у нас велосипед. Посмотрим, какая у меня дыхалка. Потому что завтра будет гонка. Я даже не знаю, сколько протяженностью будет. Чувак. Через кусты и нормально вышли. Но он сразу преследует нас. Так, нужно выходить навстречу. Так, разгоняется уход в сторону. Да, то, что я хотел. Красиво получилось. Так, поехали дальше. Что у нас? Три. Все-таки три чувака за нами пристали. Они пытаются нас сбить. Красота. Как вышли красиво. Конечно, красиво. У нас, по идее, нет оружия и не сможем отстреливать. Хотя они просто не агрятся, пытаются нас просто сбить. И я даже не знаю, что им нужно. Виляем, виляем. Я даже не успел. Нужно получить, погодя. Они показывают мне факт, что ли? Ребята показывают мне факт. Уходим навстречу. Там будет жарко. Чувак, сейчас тебя реально собьют. Либо нас собьют. Одного из двух нас точно сегодня, походу, собьют. Нас пытается еще таранит. Какая фура-то едет. Так, он успел перестроиться. Да черт возьми, там еще один приехал, что ли? Ребята, вы как-то... Ну-ка, уйдем резко в сторону. Он успел сориентироваться. Там их трое. Их уже трое, и они-то нас догоняют. Нас прессуют. Прибавили нам скорость. Хороший подсранник. Нужно идти резко в сторону, и тогда он уйдет в кувет. Так, ну-ка, набираем скорость. Все-таки не врелся. Очуметь. Решили купить велосипед и вот купили себе проблемы. На 2000 баксов. Но, в принципе, велосипед нечего ломаться. И чинить его довольно дешево будет. Так, виляет, виляет. Быстрее можем ехать? Нет, похоже, не получается быстрее ехать. Хотя, если нам пино хорошее сделать, мы быстрее поедем. Реально ускоряемся. Надеюсь, завтра будет все без проблем. И гонка пройдет довольно хорошо. Так, ускоряемся. Нужно как-то резко подрезать, что ли, его? Пускай улетит куда-нибудь в кувет. Черт возьми, насколько прессует слишком. Так, быстренько ходил под машину прям. Сейчас между машиной и бордюром. Надеюсь, он там не пролезет. Нет, все-таки реально пролез и вылез оттуда. Так, нам нужно поехать все-таки по встречке. Нас прессует. Я надеюсь, нас не столкнет с велосипеда. И нужно резко... О-хо-хо-хо. Вот это получилось довольно прикольно. И он врезался. Нет, он уже быстро вышел. Так, осталось всего лишь 2 километра. 3 километра до дома. А он давай, пытайся подрезать. Нормально. Так, приехал еще один, приехал еще и третий. Так, давай-ка навстречу, бывай не бывай. Честное слово, довольно опасно будет, но мы сможем оторваться.
По встречке, реально навстречу, очень опасно. Просто нас реально сдирали бы с машины. Так, мы уходим все-таки в правую сторону. Пытается нас подрезать. Нужно между машин. Где больше машин, там гораздо поудобнее будет. Черт возьми, как нас еще не столкнуло. Так, влево, вправо уходим, он сразу сбавляет скорость. Он пытается набрать скорость и нас подрезать. Так, тут один пристал, двое еще позади. Так, хорошенько подрезали, и он уже в кувете. Хорошо, сейчас ускоримся и будем отрываться от него. Нужно реально где-то между машинами, всего лишь осталось 1,5 километра. О, вот это получилось реально круто. Окейшки, погнали дальше. Там есть второй еще. Так, ну жесть, их сразу двое. Это будет довольно серьезно, уже проблематично как-то. Так, осталось 200 км. 200 километров, нужно где-то резко сойти с трассы. Так, вот едем прямо и резко на поворот направо. Ребята успели. Ох, там еще третий. Но третий не успел, он его закрутил, и он ушел на трассу. Так, да, тут 900 метров осталось практически до дома. Надеюсь, мы оторвемся от них, и будет все в порядке. Решили купить себе велосипед, называется. Так, ребята, мне кажется, уже настигают. Так, 700 метров, надеюсь, мы оторвемся. Хорошая была разминка сегодня. Это, как говорится, мотивация. Ну, их там двое. Третий остался где-то позади. Мы, в принципе, отрываемся довольно неплохо. Нужно где-нибудь между... О, как жестко он нас настиг. И сразу пинок дал. Но он сразу вылетел в кувет. Так, давай, мы практически приехали домой и будем отдыхать. Да, мы уже оторвались от них. Мы, друзья, уже дома. Увидимся, наверное, уже завтра. У нас завтра будет гонка. Прямо у надписи «Голливуд». Так, приедем, припаркуемся. Так, спокойно. Черт возьми, все-таки мы свалились один разок. Хорошо, друзья, я переночую и увидимся уже утром. До новых встреч, всем пока! Feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Starting at the top of my lungs, but nobody hears me.